Пришла мне смс-ка от этого номера, якобы от Сбербанка, заявка на перевод 9000 с вашей карты. Сбербанк, отдел перевода, меня зовут Андрей, добрый день, слушаю вас. Здравствуйте, мне пришла смс-ка с переводом чего-то там, каких-то там 9000. Будьте любезны, погромче, пожалуйста, говорите. Вы делали перевод? Что надо сделать? Вы получили смс-уведомление о переводе, я правильно вас понял? Да, совершенно верно. Вы делали перевод, о котором сообщение поступило? Нет еще. Пожалуйста, представьтесь, я проверю информацию. Юрий. Хе-хе-хе, лохотрончики. Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание. Пожалуйста, подождите. Люди, будьте бдительны. Смотрите внимательно, откуда приходят смс-ки на перечисление каких-то сумм на какой-то номер или какую-то карту.